Во второй раз Центр дополнительного образования детей и молодежи проводит один из наиболее ярких творческо-научных состязаний – «Мастер Пейнт». Долгое время этот конкурс его организаторы откладывали, однако, как оказалось, зря. Его участники – это представители средних школ. Пусть пока они не пишут программы в Паскале, а только учатся создавать презентации и рисовать на компьютере, их навыкам уже сегодня могут позавидовать даже некоторые взрослые. У нас традиционный конкурс веб-конструирования. Мы приглашали старших ребят. А группа среднего и младшего возраста не охвачена у нас была, так сказать, вниманием нашим. И вот мы для них придумали, для шестиклассников, пятиклассников, тех, кто умеет и любит рисовать на компьютере, чтобы тоже имели возможность прийти, показать свои таланты, проявить себя. Традиционно конкурс разделен на два тематических блока. Один – задание от организаторов. Необходимо максимально точно перерисовать в графическом варианте предложенный рисунок. А второе – творческое, под общей единой темой. В этом году во главе угла оказались профессии. Каждый из ребят мог запечатлеть на электронном листе, на свой взгляд, самую важную и интересную. На два задания всего полтора часа времени. Однако ребят это не испугало. Месяцы подготовки были проведены за компьютером не зря. У меня в школе очень хорошо получалось рисовать, печатать, и очень хорошие оценки получала. И меня послали играть за школу. На факультативы ходила, рисовала там, ну где-то недели три готовились. С каждым годом желающих принять участие в конкурсе становится только больше. А это хороший повод говорить о том, что информатика и работа с графикой интересны школьникам разного возраста. Организаторы уже готовят новые состязательные программы, которые в ближайшее время еще не раз соберут в центре компьютерно-интеллектуальную юную элиту города над Бугом.